Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Скоропостижно скончался Сергей Трофимов. В своем кабинете умер от остановки сердца заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов. Трофимов родился в 49 году в городе Хилок Читинской области. В 68-м окончил Читинский политехнический техникум и начал работать на лесопромышленном комбинате «Читалес», куда вернулся после службы в армии. Учился в высшей партийной школе, занимал руководящие должности в региональных структурах КПСС. В 91-м стал главой администрации Читинского района, а с 2002 года заместителем главы администрации Читинской области. В 2005 назначен зам губернатора Читинской области. В последние годы курировал взаимодействие администрации с муниципалитетами края и другие вопросы. Награжден почетной грамотой правительства Российской Федерации за многолетний и добросовестный труд в органах исполнительной власти. Заслуженный государственный служащий Забайкальского края. Глубокие и искренние соболезнования близким и родным. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.